блядь, опять со своей камерой. Ты с каким работаешь? Поехали кофе попьем. Ну, минут через 20. Блин, через 20 минут будет только 40 минут. Не ебёт. Когда я стану? Кем? Хоть кем-то. Надо поменьше мата использовать. Я не знаю, может быть, там есть люди, которые, ну, так классно формулируют свои мысли. Я пока не эти люди, блядь. Я не могу разговаривать, когда на меня смотрят. У тебя там какие-то идеи были в блоге у нас. Что, по-твоему, не хватает? Схему придумать, что я тебе говорю. И если она людям понравится, то он станет популярным. Мы ставим новую операционную систему на мой комп. Старая не позволяла мне работать в программах, в которых мы монтируем. Занимаемся подготовкой оборудования. Опять, наверное, до трех будем сидеть. Приеду домой, рассортирую видео, которые сегодня наснимал их немножко. К сожалению, занимались регулярным поединком. Добили уже монтаж. Сижу, никого не трогаю, делаю, как всегда, афиши, от нечего делать. Звонят и говорят, мне нужны ваши банковские реквизиты. Без проблем, зайду в Сбербанк онлайн, скопирую оттуда реквизиты банковской карты и отошлю им по e-mail. Захожу в Сбербанк онлайн, а там этой ссылочки просто не существует. Как будто я избранный. Онлайн-поддержка. Девушка сказала, у вас просто не подключен расширенный договор со Сбербанком. Что нужно сделать, чтобы подключить этот договор? Ну, естественно, это же Россия. Нужно поехать в ближайший офис Сбербанка. Я доехал до отделения Сбербанк. Там снимать, к сожалению, нельзя. Получил такую бумажку. Это расчетный счет. Это первое. Второе. Я заключил тот самый договор. Я теперь счастливый обладатель в Сбербанк онлайн кнопки расчетный счет по собственной карте. Тут должен быть Джон Сина. Джон Сина! Мы едем в театр. Что, бедный Юрик, где же тебе едем? На Гамлета мы едем. На Гамлета мы едем. У нас сегодня культурно-развлекательный вечер. Все так танцуют, там что-то прям захватывает. Бедный Юрик понравился. Мы приехали с родителями, привезли Ангелину и маму домой. Я буду брать таксу пирогом яблочным. Я когда хлопал в театре, я себе руку часами отбил. У меня тут синяк теперь под часами. На часы бились об руку, я так сильно хлопал. Но зато теперь такой приятный синяк. Ну вот я и дома. У меня утро начинается не с кофе, а с вопросов великому. Окей, Google, погода Белгород. Курс доллара, курс евро, курс гривны. Пись. Посмотрев на свою жизнь со стороны, я понял, что мне пипец как не хватает физактивности. Я решил попытаться исправить это утренней зарядкой, разминкой и велотренажером, пока идет рендер. У нас у всех есть такой клиент. Ну, вы понимаете. Это фигня. Прекрасно. Вот отсюда, вот такой ракурс. Очень неплохо, молодец. Сейчас я проверю. Нарезай по новому. Оптимизм. 11.49, 48. Значит, сейчас я резану китайца. Так как я зациклился на работе с одним артистом, профукал работу основную.
должен бежать и снимать хотя бы то, что там сейчас уже идет. Хотя бы перед второе отделение. Everyone on Valium, and there's no one around. She can't seem to find a friend in the whole of this town. Maybe you're not looking, or you're only looking down, but it's always... Эта неделя началась с кучи видео долгов, которые иногда разбавлял быт. Но есть такие люди, которые красят вашу жизнь. This is Russian Revolution. Здрасте, кальянный клуб «Филармония» вас приветствует. Хотел бы, кстати, снимать, ты фильм будешь выпускать? Черт, никого не видать. Андрюш, включи свет, пожалуйста. Только нормальный, Андрей, не как обычно. Сейчас я 2 секунды. Жокей. Кто жокей? Это Макс. У него можно достать травки, починить Apple, достать билеты в цирк, кокаин. Разносторонний парень. А! Сейчас я... А, что я тебе звоню? Сейчас я Вите позвоню. Андрей, ты фотограф, что ты командуешь? Я ненавижу фотографов. Мне повезло, я видеооператор. О, жопа Макса. Хорош пацан. Как, эффектно? Угу. Ребята знают толк в этикетках. Russian Revolution. Ты заебал? А почему я в микрофон смотрю, наш объектив смотрю? Все снимают. Все уселись нормально? Да. Халявный цирк. Мантра у световиков. Если не знаешь, какой свет, какой жанр, что там будет, уходи в синий, дальше разберемся. Чё вы, натуралы? Чего? Кто мы? Как ты нас назвал? Это мужицкий дождь! Аллилуйя, дождь из мужиков! Ой-е! Я тоже «Сумерки» пересмотрел, но я с Женей мне пришлось. В обмен на то, что мы посмотрим все части «Звездных войн». Ну, разумный обмен, я согласен. Данил предложил сходить в паб, и мы традиционно перед этим поели домашних пельменей. Потом заценили новый трек. Мы сейчас направляемся в паб «Декабрист», где сегодня играет Heartbeat Brass Band, ребята из Харькова. Я надеюсь, что будет очень круто. Мы видели их выступление на YouTube, поэтому я прям вдохновился и решил пойти вместе со Здравым. Надеемся, прям будет здорово, всем понравится, не только нам, но и вам. Поехали! Еще раз! Спасибо за то, что вы приехали к нам. Супер концерт, очень понравилось. Надеемся, что вы к нам еще приедете. Вот зашли на ваш канал YouTube. Естественно, нужно узнать, кто там приезжает, что за ребята, что за музыку играют. И думали, перейдем на вашу группу ВКонтакте, кликнули на нее, а она не работает. Ребят, почему? Почему? Блин, ну мой косяк, короче. Долго вы в Белгороде находитесь уже? Белгород нам уже как родной. Как родной. Мы уже здесь... все улицы знаем, уже везде были. Мы здесь были почти весь декабрь, вот. И вот снова вернулись. И еще вернемся обязательно. Опять же зашел на ваш канал YouTube, который, слава богу, работает. Вы образовались в 2011 году, и у вас было другое название. Почему сменили его, и как образовалось первое и второе название? Расскажите немножко. Значит, группа называлась «Безобраз». Но это по-украински обозначает «безобраз», «без обид». И мы хотели сделать такую забавную игру слов, чтобы было как бы слово «браз». «Браз» — это, ну, с английского, духовые, дыховые, медные, ну и прочее скучное. «Heartbeat» — она образовалась случайно. Я еду в маршрутке, такой приуныл. Думаю, знаете что, «безобраз» как-то глупо. Пускай будет «Heartbeat».
и бит, и хард, и тоже игра слов, хард, сердечко, или... в общем, вот так получилось. Много инструментов, но так вот получилось, что группа такая медная группа получилась. А как, насколько сложно было пересекать границу, ну, с таким инструментом? Ну, вообще не сложно. Вообще, сегодня спросили, документы есть? Причем не просто документы есть. Кого бы вы еще могли, например, посоветовать в Белгороду отдельно? Может, ребят, которых вы знаете? Магнифика. Магнифика, кабаре. Магнифика. Самые фирменные ребята Харькова. Они делают очень интересные. Очень. И у них прям... есть очень много авторских песен, и у них высокий уровень, это очень исполнительно. Спасибо огромное за такой праздник у души, ушей, глаз и всего, что только можно чем чувствовать. Ну и жопой, наверное. Спасибо вам. Еще артистов такого формата. 27-го будет «Дерево», 6 апреля будет Гуша Катушкин. Ну и постоянно между ними постоянно будет что-нибудь интересное. Здорово. А на 14 февраля день всех влюбленных. На 14 февраля будет кавер-бенд группы «Ленинград». Концерт будет называться «Do you love me? Дай мне любви». Здорово, ребята, обалдеть. А что хотел бы, ты от себя пожелать сегодняшним посетителям и зрителям вашего паба? Хотел бы пожелать добра, хотел бы пожелать положительных эмоций, хотел бы пожелать приятной атмосферы и дружеской компании. После вечеринки в пабе мы закончили вечер в кафе «Эмсен» с 50% скидкой на алкоголь. Один из немногих замечательных дней, о которых хочется рассказать. Таких дней бывает крайне мало. Врубай нахуй это гад.